Сегодня после обеда, после 12 дня, я возвращался в расположение на боевую позицию в аэропорт, в Черногвардейском районе города Макеевки. На выезде из этого района уже в сторону шахт 99-го, темно-синего цвета, обогнала, но я этому внимания не придал, говорю, честно, как-то без внимания. Потом резко остановился и открыл по мне. Меня спасло только то, что я успел выскочить с машины, и машина на самом ходу покатила дальше. Произвели, ну, примерно, ну, попаданий, мои ребята насчитали около 12 машин. Задняя дверь, два стекла. Ну, а так, в принципе, все нормально. Ну, поверьте моим словам, никакой сенсации в этом нет. В меня стреляют, в нас, в меня, в Моторолу. Ежедневно стреляют, ничем не живешь. Просто, что неожиданно, что в городе, вот что. Ну, покушение, ну как я могу использовать покушение? За что на меня покушаться? Я же не политик великий, я не глава государства, я не министр обороны, даже не приближенный к этому человеку. Ну что, я машина покатила дальше, они просто не ждали, что она откатится. Я вынял свой АПС, подаренный Захарченко, и открыл с ним огонь. Машина на 99-й, я видел, что только попал в стопор. Машина резко сорвалась с места и ушла в сторону объездной. Дальше. Я езжу без охраны, мне бояться некого. Я нахожусь на своей территории. Так что там все рассуждают, что должен быть с охраной и все остальное. Не должны быть с охраной. Люди должны заниматься своим делом. Мы не персоны, чтобы нас охранять. Я как ездил один, так и буду ездить один. Мне все равно. Что будет, то будет. Во веки моим словам. Чему быть, тому не миновать.